Сегодня исполнилось бы 100 лет Данилу Гранину, легендарному писателю и публицисту, чьи романы стали знаковыми для нескольких поколений. «Искатели», «Зубр», «Иду на грозу». По ним снимали фильмы, их разбирали на цитаты. К юбилею писателя в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга приурочили выставку. Экспозиция позволяет проследить весь творческий путь Гранина. Фронтовая молодость, расцвет науки в Советском Союзе 60-х, распад СССР отразились на страницах его книг. Все желающие могут увидеть и первые публикации Гранина в журналах 30-х годов, его последние работы.